Привет, друзья! Такое видео не видео. Загадка, в общем. Вот такой набор инструмента приобрели мы. Ну и хотелось бы узнать у подписчиков, догадываются ли они, что это за набор. В набор входит... Ну, вот такой держатель, похож на держатель для метчиков. Держатель, не держатель, ну, в общем, крутить им можно, такой ключ для обработки. Ёршик. Ёршик такой классный. Вот такой вот нож. Вот это вот регулируется здесь. Ну, в смысле, как стопорная такая тут муфточка. Пружина. И вот эта вот режущая часть, она залита ну, такой смолой. То есть, это убирается и получается там нож, в общем, под этим слоем смолы. Вот такие калибровочные шарики. Да, видно, что там шарик катается. Так, идем дальше. Вот такая фреза. Сразу говорю, инструмент очень хорошего качества. То есть он термообработан, все как надо. Вот такая фреза. Вот эта часть имеет вот такое движение. Так. Вот такой вот приблудас. Внутри конус. Ну, в общем, есть там еще отверстие довольно глубокое, там где-то как минимум наполовину. Тоже термообработан. Вот такой инструмент. Так, идем дальше. Вот такой инструмент. Такая вот тоже интересная штука. Это вот подвижная часть. То есть она амортизирует, получается. Все это находится в таком кейсе пластиковом. Тут где-то тоже идет опись оборудования. Всего что-то там входит в набор. Вот. Так, настраивайся. Не хочет. А, вот, настроился. Ну, в общем, кто знает, что это такое? Пишите в комментариях. Это очень хорошая вещь. У нас такая уже одна есть. Только что рассчитана она немножко... Ну, работа та же, только на... Ну, не скажу на что, в общем. Так, и к нему вот такой мешок каких-то трубочек. Из цветного металла. Пишите в комментариях, для чего нужен сей набор. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Все, ребята. Всем пока. До новых встреч. Жду комментов.